Сейчас вы услышите песню на слова Александра Аттенберга в переводе Антона Попернова. Это такой переводчик, он живет в Лимоне, и он перевел нашу с ним песню, которая называется «Осеннее настроение». А споет ее вам дуэт девочек, мальчика и Шейна, вы их знаете. Вот. Женечка, можно поставить на что-нибудь? Вот на это. Да, все, мне уже не надо, можно ее поставить. Чуть-чуть. Ты нет? Thank you.